рада, что вы пришли. И вечер наш называется «Мы поем стихи». То, что сегодня мы вам покажем, это и старые стихи, которые со временем в нем стали откликаться необыкновенно остро сегодняшнего дня. Новые совершенно для вас стихи, может, даже имена. И, в общем, все, чем мы болеем, что тревожит наши души, что вселяет еще какие-то надежды, это сегодня на ваш суд через стихи, которые мы споем. Добрый вечер. Юрий Левитанский. Со стихов, которым Сергей написал музыку, это стихи Инны Леснянской, которая описывает фактически восхождение Булата на московский небосклон. Смотрела. Скреб. Что-то из Маяковского же. Инна Леснянская. Сокольный тайм.
Господи, локоны и ежики, жизнь полураздетая, правда недобитая, песня недопетая, чаша недопитая. Пить то, что я не хотела и стесняюсь. Это вот.
Извините, ну, ради Бога, это была жалкая песня. Она, понимаете, она вот сегодня как-то просто очень горько и важно звучит. Молитва Просвятию. Пока земля еще вертится, пока еще ярк свет, Господи, дай же каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому веяние, thank you.
Так ясно, что
все началось сначала. Любимый Бог и так под музыку певайте, 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 под музыку певайте, пославленный Христ, под скрипок и лиры, под собрание круги, условимся друг друга любить, чтобы Когда он оказался в Юрятине, когда
Весь мир сдвинулся, стало все рушиться, непонятно, куда неслась жизнь. И был вот такой островок в лесу, где двое людей пытались спастись от несчастья. Подражание Пастернаку, стихи Дмитрия Дуба. Женя Беркович. Вы, наверное, знаете, что она сейчас
в заключение, по обвинению в поддержке, по-моему, терроризма, за спектакль. Это вообще впервые в российской истории, чтобы за произведение искусства человек оказался в тюрьме. А в прошлом феврале это стихотворение появилось в Фейсбуке. Я так был поражен, что тут же написал музыку. И, слава Богу, мне удалось самой Жене Берковича так исполнить в Москве. Февраль. Да, напомню, что лютый на украинском языке – это февраль. Зимотворенье во дворе, метельный залив, а ты как бурный в янтаре, на реке залит, и ты молчишь, и он, и я, и с ним, и с нею, чтоб не услышали друзья. Врагов страшнее, и ты молчишь, и он и я, и смею, чтоб не услышать это, друзья, врагов страшнее, они расставят по местам, собьются в стаю. Вот я, конечно, не читал, но осуждаю, они расставят по местам, собьются в стаю. Вот я, конечно, не читал, но осуждаю. И нас опять пугает черт своим полетом, а время медленно течет. Снова люди, и нас опять пугает черт своим валютой, а время медленно течет, но снова люди. Метет, метет по всей земле, зараза волчья, и сидит, как муха в феврале, темно и молча. Метет, метет по всей земле, зараза волчья. Сиди, как муха в феврале, темно и молча. И слово, что я уронил на человечьем февраль, пора достать чернил, оплакать нечем. И слово, что мне обронил на человечьем февраль, пора достать чернил, оплакать нечем. Скачок во времени, казалось бы. Стихотворение написано в 1981 году. Стихотворение написано в 1981 году. Автор Александр Володин. Да, ну, вы, конечно, помните Александра Володина по его сценарным работам, по киноработам. «Осенний марафон», «Пять вечеров», Старшая сестра. И другие. Александр Васильевич писал стихи. И вот одно из таких стихотворений, мне кажется, что ему было больно, когда он писал эти стихи. Они актуальны и сегодня. Слегка в
воздевши пальцы пушек, освободительные танки по городам ее прошли, по городам ее прошли. Через Словакию послушно, через Словакию останки лежат в пыли, лежат в пыли, лежат в пыли, лежат в пыли. Виноват, господа, не в учёбу, а продолжает сон.
Зачем-то полетела, а что называется мной? То идет по осенней аллее, а ветер свистит, улыбается, и клубится листва за моей спиной. Я иду по осенней аллее, а ветер свистит, улыбается, и клубится листва за моей. Виктор Некрасов представил его в Москве. И стихи, которые мы сейчас поем, внутри есть стихотворение Гены, которое пел Высоцкий. Это невероятный случай для Владимира Семеновича. Вот. Это был яркий человек, который сказал свое молодое слово и как свежий ветер пронесся по нашей жизни. Очень рано ушел из жизни он. Ну вот остались стихи, мы их поем. Остается во фляге и великий запас, и осенние флаги зажжены не про нас. Ольны больная воля, ни о чем не прощу, стоком чистое поле я себя отпущу. Откуда на сердце вдруг такая тоска?
тоска. Жизнь проходит сквозь пальцы, жёлтый дождь и песка. Сутулиться возле моста, стану я улицей, если не стал, вижу не пристань из-под руки, стану я пристанью возле реки, там за рекою, там за голубою. Может, закону деревой бой, желтая вода, вода ревая, я молитву выкрепаю, белая вода, ты не море, годы не беда, просто море. Последняя просьба старого
Верника Виталия Короткевича. Thank you.
Хмельницкого. Его друзья звали Цицелов. Настолько это стихотворение было популярно. Ну, вы понимаете, какие тогда владели людьми мечты и понятия об устройстве мира. Но что осталось? Осталось то, что человек, извините за эту старую пошлую, может быть, цитату, человек рожден для счастья, как птица для полета. Это ужасно, что сегодня многие этого счастья лишены. Цицелов Эдуард Погрицкий.
рекламная пауза, значит, вы там найдете два диска. Это последний наш совместный диск. Мы многие песни там сочинили вместе с Сашей Никитиным, и Саша еще и аранжировщик, и гитарист, и все исполнители, и производители. А еще крестиком на машине. Вот. А второй диск тоже прошел через руки Оксаны Никитиной. Это песни любимого нами человека, любимого нами автора Владимира Музыкантова. Он называется «Локо». Вот это песня Владимира Музыкантова. И оформляла этот диск Ольга Чикина. Не только талантливый музыкант, но и замечательный художник. Она сделала 10 работ. Мне даже трудно назвать это рисунками. Это не просто иллюстрация, а самостоятельное произведение по мотивам Володиных песен. Это все есть в этом диске. Ну, а прежде чем мы разойдемся на перерыв, парочка как бы детских песен, у нас такая традиция. Но первое, относим детским условно, это песня из кинофильма «Москва слезам не верит». Вместе с вами. Стихи написали Дмитрий Сухарев и Юрий Клизбор. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слова Москва не верила, а верила любви. И снегами заборожена, листвою заворожена, найдет тепло прохожего, надеется земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбой, ты глядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удали он все печали, вот ты стала обручальной, нам здоровое кольцо. Что-то я вас плохо слышу, давайте вы без нас. Александр, этот город наш с
помнят себя. И говорят, все они говорят, мы на ваших песнях выросли. Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка. Прошлой весной мы выступали в Париже, был детский концерт, и привезли даму 90 с лишним лет на коляске. Когда мы начали петь детские песни, она сказала рядом сидящим, вы знаете, я хорошо помню эту песню. Мама мне еще когда-то мама. Чистое облако, чистое.